Динамика погашения задолженности предприятий за теплоэнергетические ресурсы вновь одна из важнейших тем на заседании коллегии в администрации Красногорска. О выполнении долговых обязательств перед ресурсоснабжающими организациями докладывает начальник управления ЖКХ Игорь Гуреев. На 23 ноября поступления составили 103 миллиона рублей. В ряде предприятий обещают полностью либо частично погасить долги до конца месяца. Наибольший долг у нас сейчас в АОГТС, они платят по мере поступления 29 миллионов, 4,5 они платили. Железные дороги, не было оплат, 3 миллиона, обещают до конца месяца долги свои закрыть. По котельной Павшина 12 проплатили за с 11 по 23, 15 осталось заплатить. Обещают до конца месяца заплатить, практика показывает, что на конец месяца у них обычно остается от 2 до 5 миллионов в долгах. Еще одна ключевая тема на коллегии – реализация проекта «Зима в Подмосковье». В его рамках в городском округе в декабре и январе состоится порядка 50 спортивно-массовых мероприятий. Одним из центральных объектов станет ярмарочная площадь. Будет установлен каток, на котором практически каждый день будут проходить различного рода мероприятия. И мастер-классы, и соревнования, хоккей в валенках, мастер-классы по хоккею с мячом, фигурному катанию. Академия Петрова будет проводить мастер-классы для всех любителей хоккея. Ну и, соответственно, просто развлекательные мероприятия. Любители зимних видов спорта будут ждать и на объектах стадиона «Зорки». В рамках проекта на территории округа будет функционировать 41 каток. Зима в подмосковном Красногорске обещает быть насыщенной.